Привет, народ. Вот решил приехать испытать подвес. Вот такой вот вид здесь. Я уже один раз летал вон туда наверх. Не знаю, дома надо смотреть видео. Еще к подвесу надо привыкнуть, как управлять, потому что надо рейты понижать. И тут после акропии привыкать опять в стабилизацию как-то непривычно. Сначала со стабилизации боялся в акро переходить, и теперь наоборот. Как-то непривычно. Ну, пока он питается, коптер, решил рассказать. Короче, подвес вот такой был сделан, заточен под Foxer 2. Я уже подобный такой подвес сделал на самолет только, на крыло. Но единственное, что эти моторы, они не такие, как бы сказать... Они на толчок, камера вниз уходила, потому что коптер, он плавно разгоняется, а этот, крыло, оно быстро, моментально разгонялось. У меня был Фантом FX-61, и камера, когда взлетала, камера наклонялась вот так и оставалась в таком положении, потом не справлялась с потоком ветра и оставалась вот так. Ну, я этим мотором нашел применение. На Фантоме поставил более мощные моторы. А что сделано? Тут 8 демпферов. Вот эти синие, они жесткие. Вот такие надо сюда ставить. У меня их 8, снизу этого еще 2. Ну, как оказалось, демпферы, по идее, они и не нужны. Потому что я пробовал просто ставить камеру. Нет, не желе, ничего, можно... напрямик прикрутить. Но что получалось у нас, когда ветер дует, на поворотах камера входила в резонанс, и она дребезжала. Но я как нашел выход, взял стяжками, просто стянул их. В будущем надо переделать, сделать какие-нибудь регулировочные болты, опять же через демпферы, чтобы оно стягивало его. Ну, сейчас полетим еще раз, посмотрим и дома заценим, что у нас получается, как он летает и как он будет. Вид здесь просто замечательный. Везде горы. Конечно, не такие горы, где обычно я летаю. Это не высокий. По-моему, называется Маки де Соле. Как она по-русски? Солнечное пятно, что-то типа такого. Ну вот, до встречи.